Полиция на страже здорового образа жизни. Ежегодно в стенах УМВД России по городскому округу Истра собираются ребята из разных школ, колледжей, чтобы помериться силами на спортивной площадке, получить массу положительных эмоций и поверить в то, что спорт – это жизнь. Первый набирает 4 шага вперед. Сегодня у них мы проведем эстафеты. Они посоревнуются между друг другом. Они очень эффективно влияют на детей. Они заинтересованы в этом. И они сами постоянно спрашивают, когда они у нас будут проводиться. И просятся поучаствовать в данном мероприятии. Мы проведем им мини-лекцию о здоровом образе жизни. Эстафеты – настоящее испытание на выносливость и ловкость. Спортивный азарт стер границы между отличниками и теми, чья успеваемость на уроках и поведение оставляют желать лучшего. Соревновались ребята из Лучинской средней школы и Истринского филиала Красногорского колледжа. Чтобы мальчишки быстрее познакомились, команды были сборные. У нас тесная связь с УВД городскому округу Истра очень-очень давняя. Мы участвуем в очень во многих проектах. Поэтому, когда я объявила на одном из занятий, что вот есть такая акция, конечно же, наши ребята сразу начали задавать вопросы, где, когда, что, и чтобы мы обязательно приняли участие. Поэтому мы приехали. Цель акции – через спортивные состязания, общение, дать возможность подростку поверить в свои силы и понять, что здоровым быть здорово. После эстафеты товарищеский матч и награждение грамоты получил каждый участник соревнований. На улице ребята поделились впечатлениями. Понравилось, хорошо поиграли, эстафеты были очень интересные. А ты считаешь, нужны такие акции? Да. А зачем? Ну, чтобы развиваться в целом, самому и других людей развивать. Мне отличные впечатления, мне очень это понравилось. К такой физической подготовке я привык. Нас в колледже очень учат, и не только так. Елена Аешина, Михаил Моралов, Истра РФ.